Гришми. Решетников Константин, нападающий сборную Уфу. Костя, как настроение? Настроение, конечно, плохое, так как проиграли с таким счетом 4-2. Я думаю, тут даже думать ничего не надо. Ты сегодня забил такие два потрясающих гола. Скажи, о чем ты думал? Как это, случайно, не случайно? Это вышло вообще спонтанно. Я не забивал тогда такие голы никогда. Ну и тут решился пробить и забил гол. Всем спасибо.